кажется, что никто не прочтет загадочную русскую душу так проницательно, как, например, Аки Каурисмяки или вот финский живописец, который вроде бы и наши сказки перечитывает, но с каким-то кавкианским, что ли, сиропом, не так? Нет, я совершенно не согласен. Мне кажется, финское искусство, и в частности искусство этого автора, это такое сибирское мышление. Дело в том, что финны люди леса, как и люди Сибири, поэтому здесь открывается, раскрывается, раскрепощается, и все его рефлексии по поводу детства – это как раз попытка раскрыться. И мифология европейцев здесь ни при чем. Sanotaan näin äkkiä, kun sä puhut kuin konekiväri suusta tässä näin, niin miten mä oon saavuttanut tämän? No ehkä yksi on se, että mä oon tehnyt 40 vuotta taidetta. Aluksi mä tein punk-taidetta ja rock-taidetta. Ну, я 40 лет уже занимаюсь искусством, и сначала я именно изображал в своих произведениях панк и рок-культуру, я даже сам играл в группе, но потом на определенном этапе я понял, что мне бы хотелось заниматься живописью, именно рассказывающей обо мне самом. Мне было интересно самому разобраться со своим прошлым, откуда я пришел, какую жизнь я прожил, и вот над этими вопросами я размышляю до сих пор, пытаюсь их объяснить зрителю себе. Мы все родом из детства, как известно. Поэтому мне вот интересно, это все-таки взгляд на взрослый мир глазами внутреннего ребенка? Lapsen elämä ja seikkailu ja kaikkea muuta, miten hän on nähnyt asioita, ei lapsi, ei aikuisen. На самом деле, да, действительно, мы все родом из детства. Отвечая на ваш вопрос, что это за мир, это именно детский мир глазами ребенка. На моих полотнах мы видим именно мир детства, когда все в детстве, мы помним, мы играли, бегали по лесу, у нас были различные приключения, и поэтому, собственно, детство является то общее, что нас объединяет. Детство всегда находится где-то у нас на фоне и влияет на нас и по сей день, даже когда мы взрослые. И детство нас всех объединяет. У меня были выставки в Германии, во Франции, в США, и вот теперь я в России. У меня также была выставка в Сеуле, в Южной Корее. И все люди, посетители этих выставок, они находили общий знаменатель. Мы все ощущаем себя причастными к чему-то общему и можем сказать, что да, действительно, я ведь тоже бегал в лесу, у меня тоже были приключения, и вот это, собственно, общее, оно нас и объединяет. У меня все-таки складывается впечатление, что при всей даже какой-то благости детского мира, это еще взгляд на детскую вселенную глазами Кафки. То есть здесь есть какой-то жутковатый привкус. Это правильно? Комментарий hyvin yksinkertaisesti. Ei kaikki ole aina kivaa eikä mukavaa. Aina tulee jotain ongelmia, surua, ja suru ja ongelmat, ne kasvattaa ihmistä. Да, потому что в нашем мире не все такое розовое, не все такое доброе, яркое и цветное. В мире существует также печаль, горе и проблемы. И на самом деле все эти невзгоды, они воспитывают человека. Когда человек видит зло, то он испытывает, собственно, такой вот воспитательный эффект на себе. Потому что все эти различные противостояния, с
которыми мы сталкиваемся в жизни, они нас, наоборот, двигают вперед и воспитывают. Необычайно много загадок загадал нам Ярма Мякеле. Почему, например, у него на картинах все дети с одним лицом? Почему всегда такой интересный ракурс, когда и деревья большие, и стены непреодолимые? Почему рассеянный свет или вообще непонятно, где источники света? Одним словом, чем больше вглядываешься в эти картины, тем больше тайны мистики. Я согласен, потому что он же сказал, что он человек леса, и действительно эти истории, знаешь, в темном лесу, где все просматривается и не просматривается, где водятся животные, я вот там про снежного человека сегодня подумал, и много еще чего, и люди, убивающие животных, но не об этом. На его работах нет птиц. Это все происходит в абсолютнейшей тишине. Мне очень симпатичны эти работы, очень интересен этот художник, и я думаю, он нам очень близок.